Всем привет! Кухня простая и сложная снова с вами. Наконец-то мы выбрались на дачу и, как вы уже просили, делаем шашлыки. Сегодня у нас будет шашлык куриный. Для этого нам понадобится куриное бедро, базилик, лук, майонез, кефир, соль и перец. Ну и, конечно же, мангал. Начинаем готовить. Берем куриное бедро, берем посуду. Я его уже обрезал, все ненужное срезал с него, посмотрите. И делаем сначала маринад. Для маринада нарезали лук. Вливаем сюда кефир. И майонез. Все тщательно перемешиваем. Добавляем черный перец и соль. Еще раз перемешиваем. И уже в конце берем базилик. Мы его не режем, а нарываем крупными кусками. Вместе с веточками. Этого маринада нам хватит на килограмм куриного бедра. Вот такой маринад получается. Перемешали и добавляем куриное бедро. Не стесняемся, укладываем. И надо сделать массаж куриного бедра вот таким образом. Друзья, любой шашлык должен постоять минимум 2 часа. Но не ставьте его на ночь. Ничего хорошего из этого не выйдет, а вкус будет самый лучший через 2-3 часа. Оставили шашлык. Будем делать подготовку. Будем делать маринованный лук. Друзья, если вам интересны мои рецепты, заходите, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, все видео. Смотрите, будет интересно. Мы продолжаем дачную тему. Прошло 2 часа, шашлык замариновался. Насаживаем на шампура и ставим на мангал. Насаживайте бедро вот так вдоль. Вот если немножко будет болтаться, ничего страшного. Все зажарится. Вы можете резать шашлык маленькими кусочками, кому как нравится. Я хочу сегодня сделать вот такими большими. Шашлык насажен. Отправляемся на огонь. А сейчас будем мариновать лук. Чтобы замариновать лук, нам нужен уксус, вода и, собственно, лук сам. Берем луковицу, разрезаем ее пополам и режем не полукольцом, а режем вот такими соломками, вот боком. Одной луковицы нам будет достаточно. Лук убираем в миску и вливаем сюда 9% уксус и примерно такое же количество питьевой воды. Немножко добавляем соли и разминаем. Когда пожарится шашлык, лук будет готов. Смотрите, прекрасно. Шашлык готов, получился замечательный, румяный, наверное, вкусный. Выкладываем шашлык на лаваш. Выкладываем на шашлык наш маринованный лук. Накрываем лавашом. Шашлык пахнет очень вкусно. Зовите семью обедать. Желаю вам приятного аппетита. И не забывайте, готовить может каждый. Увидимся!